Всем привет, с вами Блю. Сегодня у нас тут будет Дино Баттл. Битва динозавров. Правило. Тот, кто упадет в воду, выбывает. А когда я скажу стоп тому игроку, который побеждает, а тот игрок, который проигрывает, будет ослабиться или как там сказать. Короче. То тот выбывает, который особен. Ну, короче, приступим. Ой, еще забыл. Тут будет у нас 3 битвы. Теперь начинаем. Уходит гигант-спинозавр. Вот он. Привет всем. А кто против меня? Вторым бойцом выходит манолафозавр. Вот он. А против кого? Гигант-спинозавра? Да я тебя на раз-два победил. Так, хватит. Итак, сейчас мы начнем бой. Пройдемте на арену, бойцы. Когда я скажу старт, тогда мы начнем. Раз, два, три. Ой, то есть старт. Ну иди сюда. Шауа. Эх, я же говорю на раз-два. Шай. Шауай. А, нет, камера упала. Так, подождите, тут камера упала просто, я ее поднял. Так, приготовились опять. Раз, два, три, начинаем! Я не сдаюсь никогда. Не уроните камеру только, не уроним, Блю. О нет, опять упала. И гигант-спинозавр выигрывает, потому что манолафозавр упал в воду. Я его потом победил, наверное. Я же говорил тебе на раз-два. Понял ты меня? Где мой кубок? Какой кубок? Обычный, блестящий, золотой или серебряный кубок? Нет у нас кубка. Мы просто сражаемся. Ах так, я тебя сейчас ударю. Ой. Ну иди сюда. Кубка нет у него. Где Блю? Эй, стойте, не деритесь. Я вылез от гигант-спинозавра. И теперь у нас начинается вторая битва. Не дерись, манолафозавр, битва закончена и так. И теперь на арену выходит анкилозавр, первый боец. Наверное, против меня хищник, и они травоядные. Короче, это не важно. И вторым бойцом выходит диаблоцератопс. Привет всем, анкилозавр, диаблоцератопс, мы еще не будем драться. Давай, тут надо драка, давайте. Ну, короче, подумайте, что вы два хищника или хищник и травоядный, короче. И битва начнется, когда я скажу раз, два, три, начинаем! Ай, за что, диаблоцератоп, мы же друзья! Он в воду упал там? Нет! Стой! Пока никто не выиграет. Ой, они идут. Сколько уже идет битва? Блю, скажи. Так, битва идет 10 минут. 10 минут? Так долго? Короче, битва уже 20 минут идет. Поэтому, короче, никто не выигрывает. Да не деритесь вы, стойте!
А ну, не делитесь, вы же друзья. Ай. Ой, извини, блин. Ничего страшного. Просто хвост. Блин. Ну ладно, перейдем к третьей битве. А второй битве ничья. И в третьей финальной битве первым бойцом выходит Карнотавр. Всем привет. Ну а теперь вторым бойцом выходит Мегараптор. Привет, Карнотавр. Привет, привет. Так, когда я скажу три, тогда начинайте. Стой, не начинай, я не сказал три. Ты сказал только что три. Нет, я говорю, что скажу три, когда будут три. Чего? Короче, раз, два, три, битва начинается. Ха-ха, ты проигрываешь. Точно? Я победил, да? Еще нет. Не надо. И в третьей битве выигрывает Мегараптор, потому что Карнотавр упал в воду. Иди сюда. Стой, Карнотавр, не выкидывай его в воду. Да ладно. Итак, выигрывает у нас Мегараптор в этой финальной битве. Спаси меня, Блю. Давай руку, Мегараптор. А, да ладно, короче. И всем пока.